Добрый день! Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Предлагаем вашему вниманию счетчики электроэнергии от торговой марки «Искра», производства Словения. Здесь представлено у нас многотарифный однофазный счетчик, который идет в серии ME-162. Давайте более подробнее рассмотрим, в чем его особенности. Компания «Электромотор». Счетчик торговой марки «Искра» серии ME-162 предназначен для учета электроэнергии в бытовой сфере. Он идет на 220 вольт, 5,85 ампер. Это прописано в маркировке D1. А44 говорит о том, что данный счетчик измеряет активную энергию. 44 имеется в виду, что он идет как на входящую энергию, так и на исходящую. Зеленый тариф. Можете им также измерять. Данный электросчетчик, значит, он идет с ЖК-дисплеем. Здесь мы можем его включить и увидеть несколько данных, которые здесь отображаются. То есть как бы у нас здесь идет дата, время, потом энергию, какую он потребляет, входящую, исходящую и так далее. Значит, счетчики идут из завода уже опломбированы. И, что немаловажно, здесь есть для параметризации, так как счетчик у нас многотарифный, то есть вы это делаете в РЭС и можете заказать в нашей компании. То есть делаете параметризацию электросчетчика. Крепится на пластинке сзади. Внутри счетчика установлена у нас батарейка, которая, в принципе, прослужит столько же, сколько и сам счетчик. Срок службы счетчика около 24 лет, заявлено от производителя. По вопросам покупки электросчетчика торговой марки «Искра» обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефону 044-530-38. Контактный телефон 530-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».